Хорошо. Вот, друзья, ну что? Вот, нет, сюда, давайте, и вот водите эту штуку. Ну, как обычно, вы снимаете. Так, хорошо. Итак, друзья, лохматая душа принимает сегодня гостей. Привет. Я очень-очень вам рада всем. Еще а вот это наши подарки. Целая машина. Половина друзей уже уехали. Вот. Но, ребята, сегодня привезли то, что нам очень было необходимо. Очень много лугового шампуня, очень много пеленок, очень много для кошек, то, что мы просили. То, что я просила, девчонки, сегодня привезли именно то, что мы заказывали. И я вам, правда, всем сердцем благодарна, девочки. Я вас... Спасибо, мои хорошие. И еще, встреча следующая будет 8 числа, 8 сентября. Приходите, мои хорошие, приходите, потому что даже просто приходите с нами поздороваться, и то мы будем счастливы. Хорошо? Все. А теперь вот так, поближе вы все, чтобы я вас всех-всех-всех увидела. Вот так, вот так, вот так, сейчас я вас увижу. Вот. Все мои золотые. Это только малая часть, остальные спешили, ушли. Друзья, это наша лохматая душа, ее маленькая частица. Присоединяйтесь к нам, друзья. У нас замечательный коллектив, у нас замечательная команда, и у нас чудесные люди, по-настоящему добрые, светлые, хорошие, готовые прийти на помощь. Друзья, я очень-очень-очень вам буду рада. Прошлая встреча прошла просто невероятно. Тепло, по-доброму, красиво. В такой дружеской обстановке, что я даже не ожидала. Приехало столько людей. Родные мои, я так вам благодарна. От всего сердца, мои хорошие. От всей души. Я так вас люблю, потому что вы необыкновенные, вы замечательные, и вы очень-очень добрые. Я выслушала столько от вас хороших слов, столько добрых пожеланий, что, знаете, за спиной просто крылья выросли. Родные мои, спасибо. Спасибо за то, что вы приезжаете на эти встречи и дарите нам не только надежду, а дарите нам саму жизнь. Спасибо вам, дорогие мои. И пусть Бог благословит вас и даст вам в сотни раз больше всего того, что вы отдаете от щедрот своего сердца. Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо вам. Поснимаем сейчас. И Валю поснимаем. И Наташу поснимаем. Иди встань туда. Ага, давай. Нет, ты знаешь, против... не против солнца, а вот так видно все великолепно. Вот мы тут, вот сейчас полную-полную машину. Вот, сейчас мы вот... Там, конечно, плоховато видно, но ничего. Я-то не вижу, а телефон-то видит. Если я сейчас против солнца стану, иначе будет. Вот, сколько всего. Все великолепно. Леночка тут Васильева. Да. А послезавтра будет холодно. Да, уже обещают, да, холода. А еще, друзья, я хотела бы вас попросить, вот многие спрашивают, что привозить. Вы понимаете, у нас бывают моменты, когда надо что-то определенное. Приют всегда нуждается во всем. Что бы вы ни предложили, чем бы вы с нами ни поделились, мы за все вам благодарны, искренне и от всего сердца. Но иногда бывают моменты, когда нам нужно очень-очень-очень, например, обработка от блох. Девочки, у нас такая сейчас волна блох пошла. То ли конец лета, то ли вот это пекло, жара такая стоит. Но нам просто жизненно необходима блохогонка. Очень сильно. Я вас очень прошу. Нужен стронгхолд. Нужен адвокат. Нужен инспектор. Но самое главное, чтобы яснее вам было ясно, ребята. Нужна большая дозировка. Почему? Потому что когда я беру большую дозировку, цена, что маленькой, что большой дозы, отличается не сильно. Но если вы купите большой флакончик дозировку от 25 килограмм и выше, я смогу разделить одну ампулку на целый помет щенят. Или разделить на двух мелких собак.
И цена у меня этой ампулки будет ниже. То есть нам это обойдется дешевле. Я понимаю, что адвокат, Стронгхолд, инспектор, они очень дорогие. Ребята, но это единственное, что сейчас работает. И это единственное, что нас спасает. Ведь наши животные часто уезжают за границу. И нам необходима хорошая, порядочная, добросовестная обработка. Прошу вас, друзья, если можно, хоть по одной капсулке, хоть по одному тюбику. Стронгхолд, адвокат, инспектор. Самой большой дозировки. Хоть по одной капсулке. Не надо больше ничего покупать. Даже если вы придете и протянете на ладошку вот эту капсулку, друзья, я вам в ноги поклонюсь. Я благодарю вас. Пожалуйста, услышьте меня. И еще нужен, очень нужен, луговой шампунь. Именно луговой. Он самый, самый эффективный. К сожалению, это испытано на практике. И я говорю то, что я уже испытала и что мне помогает. Прошу вас, ребята, вот шампунь луговой, а капли всего трех видов. Стронгхолд, адвокат или инспектор. Самой большой дозировки. Благодарю вас, ребята. Доброго вам здоровья. Спасибо, мои хорошие. Буду очень-очень рада нашей встрече. Друзья, просьбу я вам продиктовала про то, что нам жизненно необходимо. Это ампулы от блох. Но, сразу говорю, вы можете привозить все, чем вы рады и готовы с нами поделиться. Это могут быть и полотенца, и простыни, и пододеяльники, и покрывала, и игрушки, и посуда. В общем, ребята, все, что у вас накопилось и кажется вам лишним, привозите. У нас оно лишним не будет. У нас все идет в дело. Прошу вас, друзья. Я сказала вам о том, на что мы делаем упор в данный момент, на капли от блох. Но любые вещи, любая ваша помощь нам нужна всегда. Любая, какой вы готовы с нами поделиться. Приезжайте, мои хорошие, и везите то, что считаете нужным сами. Я могу сказать, что надо, а вы можете предложить то, что вы хотите отдать. И я буду вам искренне, искренне благодарна за любую вашу помощь. Приезжайте, друзья, приезжайте, мои хорошие. Я всегда очень счастлива вас видеть. Спасибо вам. Девочки, очень-очень срочно нужен луговой шампунь для купания малышей. Луговой лучше всего. Я прошу, девчонки, кто на Киевский поедет, прошу, пожалуйста, хоть по бутылочке, достаньте, пожалуйста, луговой шампунь. Я очень прошу, срочно нужен луговой шампунь для малышей. Он лучше всего убирает у них блох. Девчонки, прошу помощи. Луговой шампунь. Срочно, девочки, миленькие, ладно? Аня, милая, подойдут любые игрушки. И большие, и маленькие. Любые, большие мы подвешиваем. На них и щенки катаются, и котята верхом катаются. Ну, на резинке особенно, если подвешиваем, это сказка, что они творят. Любые игрушки подойдут. Если есть, моя хорошая, лишнее, высылай, буду очень благодарна. Спасибо, моя золотая, спасибо. И очень любят пищащие резиновые игрушки, очень любят. Правда, игрушки живут недолго, но щенки их друг у друга отбирают, грызут, носятся с ними. Да, девчонки, игрушки в любом количестве, любые нам нужны. Потому что щенки очень сильно с ними играют, тянут друг у друга, отбирают. И, естественно, рвут, конечно, но... Ну, вы бы видели, сколько счастья, когда они тягают эти игрушки. Детские вещи хорошо очень, и можно распашонки. Вот распашонки, это если рана находится, вот как у меня сейчас, у вопли, под лапкой, под передней раной. Вот такие детские распашонки на спинке запахнул, одел поверх бинтика и очень хорошо держит. Поэтому, если есть старые детские распашонки, было бы здорово. Старые детские колготки, маленькие размеры. В общем... Нужны чаще всего трикотажные вещи. Почему? Они тянутся, и животному в них удобно лежать. ХБ нам не подходят, потому что очень жестко, неудобно, и собаки нервничают, и кошки тоже. Нам нужны детские трикотажные и вязаные вещи. Штанишки любые, кроме джинсов. Штанишки тоже нужны, такие, которые тянутся. Ползунки, лосинки, вот такое детское. Такое нам подходит.
Можно делать даже вот из шуб, вот эти старых шубы, если у кого-то есть. Вот эти мохнатые подстилки тоже можно делать. Очень здорово, правда здорово. Спасибо, моя золотая. Девочки, вот такого малыша нашла под забором. Катетер удалось поставить. Сейчас буду капать. Он скелет. Он вообще высохший скелет. Да просто высохший скелет. Вообще безвольный. Никакой. Если удастся, девочки, попробуем. Попробуем. Главное, удалось поставить катетер. Сейчас буду капать. Эй, девочки, это не вся боль сегодня. У кошечки вообще нет шансов. Девочки, котенок умер под капельницей. Простите. Малышка на радуге. Помяните ее душу, пожалуйста.